Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня снова видите на проекте Родина Ролеплей Центральный Округ. Моник здесь Кирилл Путбулов. Не забывайте вводить моник по регистрации. Также можете вводить мой промокод. Вся информация есть в описании под видео. Сегодня, пацаны, будет такой видосик, в принципе, не знаю, как даже его назвать. Сегодня, пацаны, будет интересное видео. Получился конфликт между семьями, и у них получилась там стрела. Конечно, стрела была не очень интересная, но я думаю, вам стоит на это посмотреть. В этом видео вы, короче, увидите стрелу семей и увидите несколько неадекватов, которых я наказал и которые потом меня оскорбляли. Поэтому желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, пацаны, тут, короче, намечается очень интересное мероприятие. Получается, две банды там что-то поссорились, сейчас у них будет стрела на заводе. Вот они как бы здесь стоят, мы можем на них посмотреть. Они как бы меня не видят, потому что я в маске еще. И я фотик взял чисто, чтобы за ними смотреть. Вон там пацаны стоят. Ну, они могут, конечно, меня увидеть. Но это не точно. Но выглядит, пацаны, это очень эпично. Там даже девушка, по-моему, есть. Типа, ну, я не знаю, из-за чего начался конфликт. Конфликт начался еще возле больницы. Я за всем этим наблюдал. Я просто решил понаблюдать со стороны, как это все происходит. Вот они приехали, получается, на машинах. Два гелика, Rolls-Royce, Raptor, есть Tesla. Короче, у них какие-то здесь переговоры идут. Я так понял, вторая семья здесь уже находится. Но непонятно, кто где. У них какие-то здесь ссоры непонятные. Ну все, начался, короче, пиздец, пацаны. Начался забив просто. Всех друг друга стреляют. Началась полная жопа. Один кого-то ударил, все началось. Начали друг друга убивать. Просто берут, друг друга убивают и все. Ну, в крысу, конечно же. Конечно же, в крысу, в лучших, знаете, традициях, в принципе. Так, короче, они меня спалили, когда я стоял наверху. Они пушкой целились и увидели то, что это я. Но я решил уйти за ним спек. Я вообще мог бы уже их всех посадить за то, что они багаюзом стреляют в стену. Как бы это наказуемо, потому что они не на капте. Они просто на заводе, у них стрела. Они должны стрелять РП-стрельбой. Но они тупо по стене, там плюс сэшат, багаюзат, откаты туда-сюда. Ну, вон, видите, как чувак делает, короче, вот этот Денис в стену стреляет. Но что-то к ним никто не едет, я так понял. Либо другая семья собирает очень много людей, либо к ним никто не приедет, они просто здесь тратят впустую время, как и я, походу. Потому что я думал, сейчас контент запишу интересный, но в итоге что-то не особо получается, пацаны. Все-таки началась какая-то перестрелка, но я думал, будет поинтереснее. Вот, 283, который у нас багаюзает. Очень хорошенечко. Ну, блин, их мало приезжает просто, поэтому стрела неинтересна. Этот пацанчик вообще, знаете, ну... Немножко борзеет, борзеет, борзеет. Типа, я не понимаю, они вместе приехали на стрелу, в итоге они половину друг друга поубивали. Свои же убивали своих же. Это как просто, я не понимаю. Ну да, вот да. Я начал за ним сидеть, и он тупо ушел в АФК. Почти на минуту уже. И никуда не бежит. Походу он устал. И ваша мама ебала серый говно. Чувак репорт написал. Сильно, пацан, сильно прям конкретно так ты написал. Но ты получишь, скорее всего, бан. Мразь, в рот тебе ебал, блядь, проститутка тупая. Ну, Кирилл,
Просто ДЦП, аутизм, блядь. Аутист, он и в Африке аутист. Да что ты говоришь? Нормально так, пацан развлекается, конечно, тупо танк тягает. Он тупо танк с ВЧС пиздил, чтобы вы понимали. Голыми, блять, руками. Витя, присаживайся, ты шо? Он даже в него не садился, уж, пацаны. Ё-моё. Понимаете, он тупо танк спиздил, блять. Ну и чё он? И вытолкнул его на поле. Тупо ездят, стреляют. Ну сейчас посмотрим, чем они будут заниматься. На официальный портал штата, пишите заявление, вам сказать. На официальный портал штата, заявление. Можно, пожалуйста, я не хочу по заявлению. Окей, чувак. Понял, иди. 150, 30 дм. Молодец, братан, красавчик. Все, братанчик, отдыхай. Молодец. Ну, постарался ты, молодец, красавчик. Ну, молодец, ну, не твоя девушка, не твоя. Я понимаю то, что ты ее сильно любишь, но... Не твое, пацан, вообще, не твое.